привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Один Хрилиплей, первый сервер. Мой ник Кирилл Питбуль. Так, друзья, думаю, по названию видео вы уже все поняли. Сегодня я построю новое казино, я уже его смотрел, но сейчас мы идем в казино Южного. Там был баг вчера с ним, но сейчас не знаю, исправили или нет. У меня, видите, у меня хп мало машины. Чуваки, запомните этот ник, Владимир Ларионов. Такой гандон редкий, честно. Только что я стоял, он подошел ко мне, сел, говорит, вези меня туда, сейчас моего друга подберем. Я пишу, ты кто такой? Он говорит, авторитет местный. Я пишу ему, пошел в жопу, ты авторитет, я тебе не такси. Вытянул его с машины, выкинул, короче. Он взял мне тачку, расстрелял. Просто запомните этого дауна. И будете видеть его, прибивайте конкретно просто. Сейчас быстренько доедем до казино Южного. Он думает... Честно, я свое мнение не поменял по поводу казино. Сейчас посмотрим, может, проценты поменяли. Кто не понял, о чем я говорю, посмотрите позапрошлое видео. Позапрошлое видео, посмотрите. И думаю, вы все поймете. Хотя, думаю, на моем канале уже все поняли, о чем я имею в виду. Там мы изменили интерьер. Ну, я его видел, мне, честно, очень понравилось. Но ходить в казино я все равно по-прежнему не буду. Потому что это и нахрен не нужно, я считаю. Поэтому я туда ходить и не буду. Там поиграем подставочки по 500 рублей, поиграем, посмотрим систему просто, мне интересно. Как там система, поменяли, теперь за столом не будет не играть не 200, блядь, человек, как всегда, а по 10 человек максимум. Я думаю, это сделали, ну, в пользу казино, я думаю, потому что вот это 1000 человек, блин, за одним столом, ну, оно нахрен никому не нужно. Ну, это был сарказм еще насчет 1000, еще сейчас кукарекать будьте в комментариях. Главное, чтобы я доехал. Блин, я не могу... Еле обогнал Таврию на своем Майбахе. БМВ поломано, поэтому я на Майбахе еду, а не просто повыебываться. Если что. Сейчас доедем. Так, соблюдаем ПДД. Так, зеленый. Поехали дальше. Подписчик там подъехал, поздоровался. Я с ним тоже поздоровался. Какие-то чуваки катаются. Только никто бы меня не подрезал, потому что хп у машины очень мало. Ну как очень, 687 хп. Так, поехали, там подписчик, Виталий, привет тебе, короче, если ты смотришь видос, конечно. Что тут людей нету, мне кажется, значит, казино не работает. Или, не знаю, что с ним, короче. Так, столб немного снесли, ну, это нормально. Наверное, казино не работает. Сейчас посмотрим, сейчас мы все посмотрим. Так, заходим. Что-то все отсюда выходят, а я только захожу. Блин, чувак, отойди. Походу забагался или чё. Так, заходим. А не, здесь есть люди, кстати. Можно еще. Так, это вообще кто такие? Мне интересно. Или казино походу продают, но здесь почему-то никого нету. Оно походу забаганное, короче, это казино. Я так понял. Ну давайте попробуем с кем-то сыграть. Дисе 198. Давайте по 10 тысяч сыграем. Для игры необходимо подойти к столу. В смысле? Да, походу здесь ни хрена не работает, поэтому придется ехать в Арзамас. Так, погнали в Арзамас, короче, потому что здесь не работает, хотя люди вон приезжают, но не работает все равно казино. Пишет, вы должны быть у стола, но я и так у стола. Куда мне еще ближе? Поэтому сейчас едем в Арзамас, будем там пытаться, наверное, весь народ там, я так чувствую, ну, я так думаю, точнее, потому что, походу, не профиксили казино города Южного, ну, поэтому мы поедем в Арзамас. Так, вот мы уже почти доехали до казино, блин, пока доехал, у меня врезалось два чувака, вообще, какие-то дурачки, я только тачку починил, и меня тут же врезались. Уже фара разбита, все разбито, вообще прикольно. О, нитро есть, нормально. Что там вообще, машин много. Да, я так понял, да, все в казино едут. Сейчас там посмотрим, что будет. Сейчас мы все посмотрим. Так, зеленый. Ох, как я. Что-то была. Девятка? А, 99-я. Стоп, ты что, тоже никого нету? Да, какой-то бред, короче, происходит. 217. Конечно, красавчик, чувак. Такой поставил ход платный. Так, я вижу, что там люди есть.
Это хорошо. Что там есть люди, да, люди есть. Давайте скриншот сделаем. Вот такой вот. Во, погнали дальше, сейчас. Ну, интерьер, честно, прикольный. Давайте попробуем с кем-то сыграть. Диссы 289 под штуку. О, здесь все работает, кстати. Отказался. Проиграл я. И сколько мы получаем? Стоп. Давайте сейчас надо выиграть с кем-то. Так. 400... О, я выиграл. Подписчик, походу. Так, ку-ку. Владимир Ларионов. Это вот этот козёл, блин, что меня стрелял. Снимаешь. Да. Да, снимаю, чувак. Снимаю. Если что. Так, давайте еще с кем-то сыграем. 10 407 10 тысяч. Типа. Так, да. Давайте сыграем с ним. Так, отказался. Что-то никто не хочет играть. Давайте 249. Ух ты, ё-моё. Спасибо. Ничья. Давайте кинем Сергею. 5 кидай. Я проиграл. Давайте кинем ему 20 туда. Давай. Так, какого... Ладно, мы пришли здесь не играть, а просто посмотреть новый интерьер. Но эти автоматы до сих пор недоступны. Я считаю, можно было бы сделать автоматы на маленькие ставочки, на нем играть было бы. Здесь много столов. Это для интерьера сделаны бильярдные столы. Ну, прикольная система. Я так и не понял, сколько мы выиграем. Пазенко Кирилл, привет тебе, если что. Не знаю, что он пишет. Что он вообще хочет. Давайте посмотрим. Сколько слил? 20 тысяч я слил. Здесь у нас есть. Так. Здесь типа барная стойка. Типа. Было бы прикольно, если бы здесь боты стояли и встречали бы нас там. И можно было бы здесь бухло покупать. Было бы тоже прикольно. Я считаю, если можно было бы здесь пить. Ну, нас встречают сразу автомат. Ну, красивый такой. Интерьер современный, мне очень нравится. Прям очень нравится, прикольно все выглядит. Видите, теперь можно максимум 10 человек. Тут написано 1. Ну ладно. Давайте еще с кем-то поиграем на маленькие суммы. 278, ну давайте по 1007 сыграем. Думаю, 1000 не сильно много будет. Проиграть. На большие ставки не хочу играть. Ну, мы выиграли свои... Блин, свои деньги. О, я выиграл. Прикольно, прикольно вот эти. Но все равно я негативно отношусь к казино и не советую всем здесь играть. Если у вас есть много лишних денег, да. Если у вас последние деньги и вы в надежде подняться, то это рискованно сильно. Даже очень сильно рискованно. Но интерьер мне нравится. Много стало современнее, красивее. Так что это круто. Красавчики администраторы просто. Красивые вот эти окна. Тимур какой-то. Снимаешь. Давайте напишем. Б, да. Да, снимаю, чувак. Блин, очень прикольно сделали казино. Мне очень нравится, честно. Но пока я не профиксили казино... В Южном. Блин, кстати, вот эти лампочки очень прикольно светят, смотрите. Видите, это не светят или... Да, передай привет. Тимур Турлов, привет тебе. Передал. Видите, народа уже не так много, как раньше. Уже по 2 стола все играют. Я считаю, меньше багаюзеров будет. Это красавчики, что они сделали. 9 человек играет. Как вы можете видеть, это прикольно. Это прикольно. Система... Непонятно, кстати, это, наверное, когда кто-то играет, тогда, или когда кто-то к столу подходит.
тогда хрен его знает, короче. Ладно, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылки есть в описании. Заходите на сервер играть и ждите новых серий. Всем пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.